Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, Катрина, я так полагаю, что Екатерина вас зовут. В чем ваш вопрос? Понимаете, ответить на ваш вопрос, любит ли вас мужчина или нет, мы не можем. Мы не можем, потому что мы не читаем мысли людей, мы психологи. Разобраться с тем, для чего вам, чтобы вас любил он, и по какой причине вы не можете общаться с ним, как с другом. Если вы его любите и видите, что ему так, ну, что ему так хорошо, что ему так... Вот сейчас, на данный момент, комфортно, удобно, ему так сейчас спокойно, вот, это вопрос к вам, на самом деле, боль. То есть, понимаете, да, что это вопрос именно к вам, это вопрос именно того, что вам нужно, того, чего вы хотите сами для себя, к примеру, вот. Понимаете? Какая штука? То есть, вот этот момент, на мой взгляд, ну, можно разобрать, в принципе. Но согласитесь, что это несколько другая история, несколько другой момент. Вот. Далее. Отдельным пунктом, на мой взгляд, идет то, что вы расстались, как вы говорите, из-за ерунды с молодым человеком. То есть прямо вот из-за ерунды. Но если расстались, значит, наверное, была не ерунда, раз расстались. Если расстались, значит, отношения были у вас, ну, по-видимому, не такими уж и крепкими, я так полагаю. Если отношения были у вас не такими крепкими, или в них уже были тогда проблемы какие-то, то, наверное, именно с этого и необходимо начать. Наверное, именно с этого и необходимо начинать разбор вашей ситуации. Дальше. Я его бросила, думая, что он не мое, мне нужен другой. А для чего вам нужен другой был? То есть вы, по сути, с одного мужчины, да, перепрыгнули на другого. Вы его, ну, я не буду использовать здесь такое слово, как предали, да, наверное, это неуместное слово, что вы его предали. Вы его, может быть, не предали, но в любом случае мужчина понял, что вы можете так поступить. Вы можете так поступить, вы можете уйти, вы можете его бросить, как бы, вот. И этого факта нельзя отменять. То есть,
не получается. Не получается этот факт отменить. Вот. Поэтому, соответственно, с этими аспектами вам необходимо разобраться. То есть, потому что это, такая важная история, на мой взгляд. Дальше, значит, начала встречаться с другими, а все время думала об общем баллом. Так, а раздавались тогда для чего? В итоге осталась вторым и решила попросить сначала специального с бывшим. Ну, Екатерина, а вы как, вот, считаете, что мужчина, он просто должен вас как-то, не знаю, ждать вас? То есть вы считаете, что он просто ждал вас? Все время, пока вы встречались с другим мужчиной, вы думаете, ему приятно было это? Или что? Вот. То есть вы, судя по всему, даже не попросили у него извинений, там, не объяснили ему свою позицию, почему вы так поступили и так далее, Вот. Дальше, я согласился остаться с друзьями, мы впервые за долгое время встретились, снова, да, то есть вы думали, что за это долгое время он как бы будет сидеть и вас ждать, получается. Он не смотрел на меня, а должен был, не дал себя обнять в первую встречу, а должен был, но спустя время мы начали видеться больше и больше, начал позволять обнимать себя, я могу его поцеловать в шею или щечку. Странно звучит. Ну хорошо. То есть здесь вы... по сути, переключились, ну, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, да, вы переключились на такую позицию, что вы виноваты. Это такая вот виноватая позиция. Ваш. Ну, я не знаю, конечно. Но вряд ли эта позиция виновата, вам даст что-то хорошее и позитивное, потому что Человек, не будет вас уважать больше, если вы вот, будете вести себя так, как вы себя ведете сейчас, вот. А вот, собственно, значит, то, что я хотел вам сказать. Дальше. Я понимаю, что не хочу быть с друзьями, сказала прямо, не могу так общаться. А почему не смотрите, чего вы хотите? Потому что люблю его, друзья, человека, которого люблю, не могу. По какой причине? Что значит дружить с человеком, которого люблю, не могу? Вот серьезно, что это значит? Вот, ну, что это означает? Вы его любите? Окей. Если вы его любите, вы хотите для него, ну, я не знаю, вы хотите для него, ну, добра. Если вы его любите, вы хотите для него... Ну, всего самого лучшего, разве нет? А получается какая-то очень странная ситуация, что вы
как будто вы думаете о себе, о нем. Здесь. Так вы определитесь. Дальше. Значит, попросила ответить на вопрос, нужна ли я ему, даст ли мне шанс когда-нибудь. Это опять же, Екатерина, вы это делаете для себя. Вам нужно, чтобы он. Вам нужно быть ему нужной. И он, наверное, чтобы дал вам шанс. Для чего? Вот, давайте разберем вашу нуждаемость в человеке. Дальше. Он постоянно шучивается и говорит, что я успокоился, не отталкивает меня, но мне от этого больнее. В чем причина боли? В чем причина боли? Я не понимаю, любит ли он меня до сих пор, или я ему реально, или ему реально нельзя, меня только дружба. А какая разница? Какая разница? Как вас это задевает? Вы для него чего хотите, для себя чего хотите? То, что вы хотите для себя, не имеет никакого отношения к тому, что вы хотите для него. И тут вам больнее, это исключительно ваша ответственность. А причина поведения мужчины, она может быть очень разная. Начиная от его обиды на вас, что вы не поговорили, не объяснили, почему так произошло, почему так поступили. До его желание вам отомстить. Я не знаю, что из этого правда. Может быть, он не знает тоже. Но однозначно он не хочет с вами сближаться. Ему приятно то, что вы вот занимаете такую позицию сейчас ведомой. Вот. Ему приятно это. Но не более того. И он не хочет ничего серьезного. И он как угодно еще, может быть, не хочет ничего серьезного. Может быть, у него девочка сюда давно. Вот. А вам больнее, так вы сбивать болью, разберитесь с тем, что вы для себя хотите, а там, в принципе, дальше уже будет виднее. Вот. Так что, вот, в принципе, такая история. В принципе, так. Вот, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.